Ребята, всем привет! В общем, добрая половина лета позади. Уже начался покос. Косят поля. Так что ездить теперь разгуляться. Да и жара не такая сильная, так сказать. В общем, поедем сегодня, пошаримся. Отведем душу, откроем осенний сезон. Ну посмотрим, что будет. Сейчас заезжаем за Камрадом и вперед. Ладно, на месте увидимся. Ну что, ребята, в общем, ходим мы хрен знает сколько. Накопали кучу гильз. Потом в итоге покажу первый нормальный сигнал. Смотрите, с этой ямки. Вот у нас выпала вот такая штучка. Опа. Сейчас. Да не резкость. Но первая наш монетосик на сегодня. Двадцать копеек. 33-го года. Вот так вот. Да бляха. Не берет резкость. О. Там он Камрад копает в хащах. Ладно, не теряем время, берем, идем дальше. Ребята, в общем, ветер поднялся. Смотрите, у нас опять монетосик. Опа. Ну, 39-й год, 3 копеечки. Вот так вот. Ладно, идем дальше. Ну что, господа, находок мало. В общем, такую штуку нашел. Пуговка. И резкость. Не хочет резкость наводиться. Ну, еще вот так вот. Покажу. Ладно, копаем дальше. Ну что, ребята, в общем, опять здесь был сигнальчик. Смотрите, вот он, вот она, красавица. Опа. И все это на военных позициях, ребята, все это теряли солдаты. Опа, мы сегодня в шоколаде. 10 феннингов, по-моему. Вот так вот. На румынских позициях мы сегодня. О, красота. Ладно, идем дальше. Ребята, в общем, вот с этой ямки только что я 10 феннингов достал. А вот тут опять был сигнальчик. Вот, смотрите, вот это первые. И вот она, вторая красавица лежит. Опа. Видно вам. О. Люблю я такие моменты. О. Румыны теряли. Напомню, мы на румынских позициях. Еще десюлик. Хе-хе. Вот так. Сохран, правда, убитенький. Но монитос, ребята. На такой сегодня коп по войне, блин. Вот так вот. Ладно. Берем. Два десюлика. Идем дальше. Ребят, можно было камеру не выключать. В общем, смотрите. Вот она. Еще одна. Опа. Опа. Вот такой вот у нас лов. Ходили по войне, а прошлись по монетосам.
Вот так вот. Сейчас выложу все. Вот. 10, 10 и 5. Вот так. И все это вот с этой ямки, ребятки. У румына у какого-то выпало. Ладно, идем, ребята. В общем, уже начал, ямку закопал, дедушку поблагодарил. Решил махнуть прибором еще разочек. И смотрите, вот она. Опа, видно? Во. Четвертая. Вот она, курица тут. Четко видно. Пятерочка. Еще одна, ребята. Вот так вот. Оп. И все с одной ямки. Все вот здесь вот. Ладно. Идем. Господа, в общем, вот здесь мы только что нашли тридцаточку. И смотрите. Оп. Отошли. И вот она. Где она сейчас? Блин, потерял. Вот она. Оп. Видно вам? Видно. Ха-ха. Оп. Курица. Не курица, еще пятерочка. Вот так вот. Оп. О. 35 уже. Ха. Ладно, идем дальше. А у нас опять сигнальчик. Вот она. Оп. Ха-ха. Смотрите. О. Оп. Десяточка. Еще одна десяточка, ребята. Сейчас. Оп. Вот так вот. Оп. И это все вот. Вот, 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 вот. Всего лишь. Ха. Как-то так. Ну, ребята, в общем, тут все пробил. Монеток больше не видно. Напоследок, с ямки, вот где монетка лежала, вот он, трофей. Хоп. Вот такая штука. Целая. Сейчас. 1938 год. Вот так вот. Ладно. Сейчас все здесь закопаем. Пойдем дальше. А нет, ребята, обманул я вас. А, вот еще одна. Смотрите. Опа. Еще один пятачок. Где же резкость? Оп. О, красавчик. Вот такой вот пятачок. Ха. Ладно. Сейчас буду пробивать все дальше. В конце потом выложу, покажу. Так, ребята, в общем, не стал снимать. Достал монетосик еще один. Оставил, он так красиво лег. Смотрите. Опа! Вот она, красавица, лежит. Лопатка его зацепил. Вот. Еще пятерочка. В общем, румын, походу, бежал от наших. Потерял свое добро. Все это вот буквально. Смотрите. Тут 1.5-2 метра. Нашел пасту его. Сейчас вот так монетку кинем. Вот такую штуку нашел. Видно вам. Сейчас тень положу. Написано паста. Ну, походу зубная, тюбик. Тут выкопал. Ну и мы, соответственно, забирать не будем. Сейчас все это дело закопаю. Все ямы.
В общем, вот такая рассыпуха у нас сегодня на немецкой тропе, блин. Видно. 3 десюнчика и 5 пятерочек. Ну и патрон. Ладно, дальше покажу. В конце все на лопату выложу, посмотрите. Ну что, ребята, подводим сегодняшние итоги. В общем, с чего начнем? Начнем с планок. Немного планок. Таких. Крышка. Хрен знает с чего. Пару крышек с противогазов. И гильзачей накопали. Были целые патроны. Их повыбрасывали. В общем, пуговица. Люверсы какие-то там. Колечки от плащ-палатки. Вот такие донца. И по монитосикам. Три десюна фенингов. Пять пятерочек. Три копеечки 39-го года. 20 копеек 33-го. Ну и наша ходячка. Так что, а, да. Кувалдометр нашли. И какая-то непонятная такая хреновина. В общем, на сегодня как-то так.